Следующее – это полушубок из эко-меха. Сразу хочу сказать по поводу размеров девочки. У меня 46 размер, и она мне свободна. Когда я заказывала ее, зашла, посмотрела там вот параметры, размерная сетка, и там что-то прямо вообще много было, 106 или что-то вот такое. Вот. Я посмотрела, думаю, надо заказать поменьше размер. И я не прогадала, вот 46 размер, и она мне очень хорошо, обязательно фото вставлю. Сейчас я скажу тут, как все правильно. Полушубок из эко-меха, полушубок прямого силуэта с укороченными рукавами, центральная застежка на потайные крючки, цвет черно-белый, состав: основная ткань 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер, длина на 48 размер у меня примерно 53 сантиметра. Так, цена, сейчас я скажу вам цену, и про блузку забыла цену сказать. Так, цвет черно-белый, вот это стоит для консультантов 4719. Блузка белая, размер 48 у меня, 1756. Да, это 46 размер. Я не знаю, мне кажется, очень хорошо смотрится. Да, я понимаю, что некоторые думают, что эко-мех, это как-то дешево смотрится, как-то не очень. Девочки, нужно вещи такие правильно сочетать. Это вещичка для того, чтобы накинуть на вечернее платье и из машины зайти в ресторан. Ну, либо в кафе, либо кому-то на свадьбу там или куда-то в гости, где такое прямо шикарное мероприятие. Это вот именно куда-то дойти, не походить на улицу. Она, конечно же, тоненькая. Это просто такая декоративная вещичка для красоты. И ее нужно правильно сочетать. Нужно подобрать к ней идеальное платье, чтобы вот это сверху ее накинуть. Рукава. 3/4, девочки, с платьем смотрится шикарно. Сейчас покажу, с каким оно смотрится шикарно, но платье, к сожалению, не мое. Так, по спинке все нормально, все аккуратненько. Схоже немного с кроличьим мехом. Следующее я хочу вам показать, но это неудачный заказ. Заказала платье, неправильно заказала платье, не тот размер. Так, это платье с укороченным рукавом для женщины. Размер, так, цвет черный, размер 46, состав 100% полиэстер, подкладка 95% полиэстер, 5% эластан. Сейчас, если что, так открою, вам его покажу, как он выглядит. Сначала вот тут вот в каталоге покажу, вот оно платье. Это, девочки, чисто такое, можно сказать, новогоднее платье. Можно Новый год в нем отметить, в Рождество отметить, в театр сходить, можно куда-то в ресторан, в кафе. Оно мне очень сильно понравилось. И, девочки, оно мне понравилось тем, что оно более такое универсальное. Если, например, длинное платье, да, в пол, это только для ресторана, вот действительно в ресторан куда-то сходить в них, надеть это платьишко. А это оно более универсальное, более такое, ну, более простое, что ли, не обязывает ни к чему. Вот. Но, к сожалению, это не по моей вине, я такой размер заказала, девочки. Когда смотрите это платье, кстати, сейчас его нет в наличии, и поэтому я сильно расстроилась. Заходите, смотрите это платье, там есть размерная сетка, и написано, что 48 размер, груди 100 там, сантиметров, талия там что-то 82 сантиметра, бедра что-то там 108 сантиметров. Это вот 48 размер. Я так посмотрела, 46 размер. 46 соответствовал мне. Но я и заказала 46 размер. И зря, зря надо было заказать 48 размер. В общем, там неправильно указаны размеры. Оно, конечно же, мне не сошлось. Но фотографию я сделала, я его натянула на себя. И сверху вот полушубок этот надела. А оно мне в бедрах нормально наделось. И на бедра, и здесь, но сзади не застегнулось. Поэтому все, его отправляю назад, и не знаю, будет ли оно в наличии. Это первая вещь, которую раскупили сразу. И оно идеально подходит к полушубку. Сейчас покажу и расскажу, почему. Давайте я вам открою его. Я тут уже его просто сложила, отправлять назад. Сейчас поеду в офис Faberlic и отправлю это все назад. Там у платья идет футляр основания, да, и сверху сетка вот с такими блестками, с такой вышивкой. Вот смотрите, это 46 размер. И оно, смотрите, какое маленькое вообще. Мне кажется, оно даже больше 44-46. Видите, оно вживую не так, как на фото. Оно такое серо-серебристое. Очень красивое сочетание вот серого и серебра. Оно даже лучше смотрится, например, мне кажется, чем вот черное. Черное, оно такое, вот мне писали про это платье, кстати, его ставила. Многие писали, что оно слишком строгое, слишком, может быть, даже старит. А вот это вот ничего не старит. Все так здорово и классно. Видите, идет чехол.
такой, знаете, светло-серый цвет, даже какой-то, не знаю, бело-молочный, какой-то такой цвет. Смотрите, как красиво все вышито, красота. Ну вот на фоне получается вот этого светлого, вот серый, эффект серого платья. Платье из черного гипюра с люрексом. Платье полуприлегающего силуэта с укороченными рукавами. Застежка на потайную молнию сзади. Цвет черный, да, но он выглядит серый. Длина 100 сантиметров для 48 размера, плюс-минус 2 сантиметра. Очень хорошая длина. Сейчас, если я найду, я скажу вам, сколько оно стоит для нас. Только что размер. Да, цена 3 439. Ну, если будет, конечно же, я закажу 48 размер. Очень хотела его на Новый год надеть. Вот просто оно мне очень сильно понравилось, честно, девочки. И по качеству оно мне понравилось. И оно как выглядит, это вот идеальное платье для Нового года. Ну, что делать, вот неправильно. Посмотрела, ошибка там. Получается, у Фаберлик. Поверила им. И теперь жалею об этом. Так, следующее, сейчас я вам покажу последнее. Это сумку и тапочки. Итак, тапочки. Тапочки женские, цвет синие, размер 39-41, материал вверх хлопок, подошва ЭВА, сделана в России, кстати. Заказала синие, потому что я там вот эти вот все для дома одежду тоже заказала, вроде бы, да, в синем цвете, должен халатик скоро прийти, там маечки, шортики, все, чтобы в одном стиле было. Такие вот тапочки, они, конечно, у меня 38-39 размер, и они немного мне чуть-чуть, конечно, большеватые. Здесь вот так вот сантиметр где-то остается. Но я думаю, если бы я заказала те, которые меньше, они бы мне были маленькие. Просто ткань, такая толстенькая ткань, такое ощущение, что там поролон или что-то вставлено. Такой вот рисунок, подошва обыкновенно, отклеенные тапочки закрытые. Здесь так приятненько, мягкое все. Мягкие тапочки. Стоят 319 рублей для нас. В общем, тапочки я оставляю. Какая разница, какие тапочки дома пусть будут. А сейчас я хочу вам показать вот такую вот сумку. Сумка, честно скажу, вам очень мне понравилась. Так, сейчас скажу, сколько она стоит. Сумка женская, цвет синий. Цена для нас 2239. Без чехла, просто вот в упаковочке, в такой вот. Смотрите, девочки, какая прелесть. Очень красивый цвет. Она, девочки, со стороны вживую смотрится очень хорошо. Дорого смотрится. Никак какая-то там дешевка. Мне кажется, для офиса идеальная, вот идеальная сумка. Ну и для работы, например, если вот вы, да, консультант Фаберлик, если вы занимаетесь этим, работаете, тоже костюмчик и вот эта сумочка очень даже хорошо. Так, здесь, смотрите, вот тоже логотипчик такой. Это из железа сделано. Серебристая фурнитура, как мне и нравится. Такие небольшие ручки. Сейчас я покажу вам, как внутри тут все. Здесь, кстати, карман. По поводу сумочки обязательно напишите, мне понравилась вам, нет, сумка. Но вот кто ее заказывал, она многим понравилась, и девочки уже начали пользоваться. Так, ремень. Смотрите, он какой широкий, необычный на плечо. Внутри большое одно отделение. Кстати, здесь помещается формат А4 точно. Так, большое одно отделение. А здесь карман для телефона, для документов. Ну и здесь разные, для разной мелочи на молнии. И здесь вот такой вот красивый логотипчик. Фаберлик Валентин Юдашкин. Мне кажется, девочки, шикарная сумка. Классная очень. Она, да, очень классно смотрится, даже несмотря на то, что она искусственная, ну, здорово смотрится. Сейчас я скажу вам размеры, если здесь есть. Вот платье, кстати, которое я показывала вам первое, вот от Валентины Юдашкина. Вот оно платье, оно у меня есть, это идеальная модель для меня. Ну, оно такое, напоминает халат, мне многие писали, но по качеству оно классное. И вот эта моделька прям вообще здорово. А сейчас, кстати, в моде вот такие вот все. Многие писали как халат, а некоторые писали, да не как халат, нормально все выглядит. Так, сумка Крок, модная сумка из эко-кожи, 38 на 27 на 12 сантиметров, плечевой ремень 100 на 3 сантиметров, длина регулируется до 120 сантиметров. Такая вот офисная сумка, шикарно выглядит, классно все выполнено, вообще прекрасно все везде, смотрите, здесь все ножки,
Все строчки очень хорошо прошиты, просто вообще великолепно сделано. Вот этой сумочкой я довольна очень. Ну вот, мои дорогие, на этом я сегодня буду заканчивать свое видео. Обязательно пишите мне в комментариях, что вам больше понравилось. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Ставьте лайки. И всем пока-пока. Скоро увидимся. Пока-пока.